Вы почему препятствуете работе? Александр, вам полиция препятствует свободному проходу журналистов. Сохраните свое здоровье и не нарушайте сражения других граждан. Не нарушайте установленный порядок. Берегите себя и своих близких. Уважаемые граждане, в Москве не нарушайте установленный порядок. Берегите себя и своих близких. Это сражение других граждан. Не нарушайте установленный порядок. Уважаемые граждане, в Москве введены ограничительные меры, направленные на предотвращение пандемии коронавируса. Просим вас без необходимости не покидать свои жилища. Сохраните свое здоровье и не допускайте заражения других граждан. Не нарушайте установленный порядок. Уважаемые граждане, в Москве введены ограничительные меры, направленные на предотвращение пандемии коронавируса. Сохраните свое здоровье, не допускайте заражения других граждан, не нарушайте установленный порядок, берегите себя и своих близких. Елена, за что вас задерживают, Елена? Что беспредел?